Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар и сянмесис, всем привет, это Айда подкаст, меня зовут Айнур, и я учу татарский. Мин татарша иренем. Барыгызга да сәлем, мин Эльза, хам мин татарша иретем. Какая у нас сегодня тема? Сегодня, Айнур, мы будем говорить на тему татарский для стендапа. Вау. Это супер крутая тема, потому что я последнее время подсел на татарский стендап. Его реально становится много, есть несколько шоу на Ютубе. Одно из моих любимых, кстати, называется Шолт Мухаммеджан. В общем, интересно узнать, что ты подготовил. Какие вообще там есть слова, какая лексика? Какая лексика есть? Я, конечно, не спец, но сейчас постараемся. Наверное, все выступления прежде всего начинаются с приветствия. Угу. Давай попробую угадать. Исян ляшу? Приветствие исян ляшу, яки сэлям ляу. Сэлям ляу, ну, понятно. Угу. Приветствие, да. Ну, как мы приветствуем? Вот как мы начинаем наш подкаст? Мы говорим всем привет! Здравствуйте, Исян Мэсэс. Вот в этом случае, для случая со стендапом, также можно использовать слово «сэлэм». «Сэлэм, сэлэм, дуслар!» «Сэлэм, дуслар!» «Барғызға да сэлэм!» «Хайырлы кишлер!» Ну вот все слова обычного приветствия, так скажем. Просто можно добавить какую-то интонацию, радость. Ну просто активно они там выходят и кричат. Да. А можно сказать «Ассаляму алейкум»? Можно, почему нет? Будет, мне кажется, очень даже не обидятся? Оригинально. Ну, слушай, это же не мусульманская фраза, это арабское слово. Ассаляму алейкум. И нужно напомнить, что среди арабов тоже есть... Татары. Поскреби любого араба. Надежда Дарина. Юг, есть... Нерелигиозные люди. Нерелигиозные или люди других религий, так скажем. Да, да, есть. Дальше? Дальше можно, наверное, сказать... Салям кейф нишек. Как настроение. Как настроение. Вот так интересно, да, слово «кайф» и будто бы «кайф», да? Хорошо. Да, хорошо звучит, и можно таким образом запомнить слово «кайф». Кстати, это слово тоже арабское. А вот говорят «кайф тыште» — это «опустилось настроение». Да, или «кайфем юк». А наоборот? Нет кайфа. Повысилось. «Кайфем яхшар», да? Или «шэп». Минем бу подкаста «кайфем» — что? Яхшара. Яхшара, ай. Дальше. Дальше. Но перед выступлением или когда вы уже готовы выступать, наверное, а зрители готовы вас слушать, нужно просто сказать «киттек». Поехали. Ну, так обычно еще в КВН часто говорят «поехали, да? Киттек». А стендап-то? Ну, тоже давайте начинать там. Угу. Наверное, «айдегас башлыбас». А, айе, башлыбас. Угу. Хорошо. И вот я упомянула зрителей, да? Зритель будет «тамашаще». Давай еще раз. «Тамашаще». Вообще это слово происходит от слова «тамаша». «Тамаша» — это значит «представление». А как сказать «представление зрителя»? Я просто знаю, что в театре Камала шел такой спектакль. Угу. «Представление зрителя». «Тамаша», «тамашаще». «Тамашащелар», «тамашас». Отлично вообще. «Тамашащелар», «тамашаса». «Тамашащелар», «тамашаса». Угу. Угу. Ну, раз мы потихоньку переходим к сценической лексике, продолжим, да? Значит, сцена — это... Сэхне. Сэхне, да. Сцена — это сэхне. Выступление? Щегыш. Щегыш. Это же вот выход переводится прям буквально. Щегыш. Эйе. То есть выход и есть это выступление. Мин щегыш ясадам. Эй, щегыш ясым, выступаю, получается. А вот мы можем сказать бубизнэн подкастнэн щегыша? Нет. Выпуск. Нет? Нет, не выпуск, потому что выпуск это щегарылыш. А, щегарылыш и щегыш разные. Не путайте, пожалуйста. Эй, чинки щегыш это выступление, а щегарылыш это выпуск. Угу. А вот такой вот в магазине, если было бы там, или в автобусе, exit, это щегыш будет? Или щегарылыш? Щегу. Щегу вообще. Вот, ребята, пожалуйста, выпишите и не путайте. Щегу, щегыш и щегарылыш. То есть, если было бы щегыш, то это было бы то, что ты выходишь из автобуса и на сцену сразу. Да, я просто почему спросил? Потому что в Турции, вот, например, там в магазинах сейчас часто вот похожее слово щегыш написано. Да, чекыш. Хорошо. Дальше. Вы выступили удачно. Тамаша Щелар в восторге. Они вам... Хлопают, аплодируют. Хлопают, да, аплодируют. Хлопать будет кул щабарга. Значит, кул — это рука. Щабарга — это вот... ну, это... производить такой звук, наверное.
Щобрга — это используют же, когда метелкой в бане кого-то щобалар. Да, щобалар. А еще щобу это синоним слова «игру», «бегать». Типа щоптом. Угу. Интересно, да? Наверное, есть там какая-то аналогия, но я еще не изучала. Можете вот посмотреть тоже. Типа бор-магазинга щоп. Да. Можно сказать? Да-да-да-да-да. Ребенку. Ну, смотря сколько ребенку лет. Значит, кул щобу — это похлопать, а вот слово аплодисменты тоже существует в татарском языке. Это... Я его хорошо знаю, потому что был на многих татарских мероприятиях. Это слово русских вообще вводит в ступор, потому что оно похоже на слово алкаш. Эйе. Говорят алкашлар. Алкашлар, эйе, алкашлар. Матурсюс. Алкашлар. И тут весь зал начинает вам аплодировать. А если я скажу просто алкаш, это что будет значить? То есть вот дословно. Алкаш. Аплодисмент. Да, в единственном числе. Просто один человек сидит и аплодирует. Просто на русском аплодисмент это будто бы хлопающие полицейские. Нет, здесь, да, аплодисмент в единственном числе такой. Один человек сидит и хлопает. Но... Наш самый близкий, преданный зритель. Ну, это корректно. Это не звучит как брюк. Ну, есть брюки, юг. А тут брюк. Не говорят брюк. Угу. Все, ребята, алкаш можно использовать. Так, значит, на сцене мы выдаем шутки, шутим шутки, да? Шутить будет татарша шоярырга, шояру. Слушай, вот такое слово шояру, его обычно говорят детям, когда ребенок бесится. Угу. Шоярма? Да, шоярма. Шоярыбкитте. Ну, это что говорят, типа, расшутился или что? Ну, или не другой контекст? Острит, может быть. Mm-hmm. Не слушается. Шоярда. Вот не знаю. Здесь, возможно, какое-то слово определенные диалекты используют в разных контекстах, в разных ситуациях. Ну вот если брать такой вот усредненный татарский язык, так скажем, шояру, это значит шутить. Хорошо. Шояру шутить. Угу. А вот шутка будет мезек. Также шутить можно сказать мезек силерге. Рассказывать шутку. Эй, рассказывать шутку. Мезек. А еще мезек используют как прилагательное. Ну, вот что-то такое смешное, говоришь. Мезек. Шунды мезек. Эй. Можно сказать так. Значит, вы выступили, отшутились и получили уже аплодисменты, и в конце вы должны... Прыгнуть в зал. Да, если вы рок-звезда, но если вы пока начинающий, то вы... Слушай, ну вот говорят же, рэперы новые рок-звезды, а сейчас стендаперы новые рок-звезды. Шлайма? Ну, а ей шулай. Ну, если вы прям так уверен, то можно. То есть это... прыгнуть в руки этого одного вашего преданного. Тамашащугасикрерга. Тамашащугасикрерга, но тамашаще тоже должен быть, наверное, подготовленный. И тоже сикрерга от вас уже. Да, а то произойдет какой-нибудь там мезек. Да? Да, хорошо. Как будет... Поклон. Поклон, да. Баш ию. Баш ию. Это же прям дословно голову наклонить. Да, голову наклонить. Баш ию. А в пояс? Поклон в пояс. Можешь сказать? Баш ию... Юг. Пояс? Интересно, но... нет. То есть представьте, что у вас не так хорошо. Короче, татары очень гордые, они в пояс не кланяются. Только баш ию. Баш ию. Слушай, а еще говорят же «бош ию» в таком виде, что типа «Татарстан, мэскога бош ие». Да, это такая хорошая метафора, это... то есть прогибается, можно сказать. Угу. Кланяться вот. Перед Москвой. Вот кланяться, так. Прогибается ие. Но есть еще «тысячуга», это уже вот если падать на колени. «Тыз» — это, видимо, колени? Колени, да. То есть вот здесь не «ию», а «щугу» была. Вот у Муса Жалилина есть такое стихотворение тоже, «мин». Тысячук мем катиль синен олга. Вот. Ну, перевод вы посмотрите сами. Хорошо. Это сложно сейчас перевести. Это нужно поставить на 0.25 этот подкаст, переслушать, что сказала Эльза, да, и может что-то будет понятно. Эй. Так, есть у нас еще такое слово, как антракт, тотарша, это тенефис. Тенефис, перемена, это тоже будет тенефис. Перерыв, перемена, это тенефис. Слушай, сейчас же вот в России вышел закон, что нельзя использовать иностранные слова, если есть русский аналог. Получается, есть же слово «перерыв», сейчас не будет антрактов, будет перерыв. А у татар всегда был тенефис, правильно? Да, то есть у нас все привычно, если, конечно, не запретят татарские слова. И кулисы. Вообще нету вот даже малейшего представления, что такое кулисы. Кулисы татарча — это перде. Перде.
Да. Кулисы. На русском-то странно звучит кулисы. А на татарском перде. Перде – это шторы. Шторы. Перде. Минем иде перделер бор. Бор, да. В некоторых диалектах говорят ферде. То есть п, ну, звуки п и ф, они чередуются, так скажем. То есть это часто такое происходит. Ферде. Угу. А говорят файда, пайда. Блин, ну ферде, перде, наверное, говорят. Хорошо. Пайда, пайда. Прикольно. Может, и говорят. Я не слышала. А вот за кулисами будет перде ортенда. Перде ортенда. Да, орт перде... это сзади? Да, да. Орт это сзади. То есть, получается, там звезда у нас за кулисами. Йылдыз перде ортенда. Ортенда. И говорят, встречайте. Каршы алыгыз. Каршы алыгыз. Угу. Встречайте. Да, встречайте. А каршы? Это же напротив, а да. Олыгыз возьмите. Ну, да. Просто если так вот прям дословно переводить. Да-да-да-да, корши олырга, это значит встречать. Угу. Это у Ильхам Шакирова была песня. Шығарсың ма корши олырга? Шығарсың ма корши олырга. Да, теперь у нас еще в подкасте музыкальный тенефис. Музыкальный тенефис. Пройдемся по, наверное, шаблонным фразам стендаперов, да? Какие там фразы? Ты лучше меня, конечно, знаешь. А, ну вот одна из самых популярных, это когда выходят и говорят, у всех же такое было. Ну, то есть, когда рассказывают какие-то наблюдения, чтобы, ну, вот, человек себя узнал. Да, у нас будет такая длинная фраза. Если мы хотим сказать корректно, у всех такое было, это значит «Хэркэмнэнг тормышэнда мандэхэль булганэ бор». Мандэхэль, ну, такой случай. То есть, просто так не сократить татарща. То есть, нужно вот полным предложением татарский сказать. Стендап такой этот, длинный, увеличивает количество текста. Давай еще раз. Харкемнен. Тормошунда. Харкемнен это у каждого. Хар. Эйе. Каждый. Кемнен, ну, у каждого. Тормошунда, тормош жизнь. Мунды хэль. Такой случай. Булганы бор. Эйе. Харкемнен тормошунда, мунды хэль, булганы бор. Вот смотри, вот это такое было. Булганы бор. В два слова превратилось. Эйе. Такое было, булганы бор. Это как вот, наверное... Если кто владеет английским, какой-нибудь там perfect, past perfect, какой-нибудь. Wow, да, да. То есть имеет опыт, да? Да, но какое-то если... действие в прошлом, которое уже закончилось. Эй, ну если мы сомневаемся, там спрашивают, наверное, у всех такое было, то вот вместо слова «наверное» или «возможно» нужно просто добавить окончание «др», «бардр». «Бардр». Угу, это уже вот сомнение. То есть бар это утверждаешь, а дыр это уже сомнение. Харкемнен тормошында мундыхаль булганы бардыр. Угу. Окей. А бардыр, айнурдыр. Возможно, это айнур. Айнурдыр. Бутенчир, да. Ким, это... ким мунда шопкан? Кто здесь типа бегал? Угу. Айнурдыр. Эйе. Ким олкышлаган? Олкышлаган правильно сделал глагол? Эйе. Айнурдыр. Да. То есть вот это окончание дыр, ее можно добавлять к любому слову, и у вас получится сомнение. Дэр-дэр. Ну, там чередуется. Китэр-дэр. Бэтэр-дэр. Эй-эй-эй. Бэтэр-дэр. Так, дальше. Какие фразы еще? Ну, обычно они вот эти узнавалки продолжают, да? Там, вы когда-нибудь видели человека, который похож на Путина? Вы когда-нибудь видели человека, который похож на татарина? Это тоже у нас вопрос, да? Да. Поэтому, ну вот, Карагас, здесь нужно сказать, что предложение в татарском языке, оно немножко отличается от русского структуры, да. Поэтому здесь вот вместо продолжения, который, да, и дальше вы продолжаете подставлять любую фразу, здесь будет оно посередине, получается. Сиз брер койшан, такой-то, 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 кишины курген эгэс барма? То есть тоже такое длинное. Значит, еще раз. Сиз брер койшан. Такой-то, такой-то. Кишины курганегас барма. Сиз брер койшан. Сиз вы брер койшан. Когда-нибудь. Угу. Матур кишины. Например, матур кишины. Курганегас барма. Е-е-е. Яки. Путинга ахшаган кишины курганегас барма. То есть человека, который похож на Путина. Угу. И без этого без. А е, как бренче елда, бр... Шаган кишины кургены без бор иди. Бор иди, когда дырхатер лете, да? Кого-то напоминает. Так, еще из фраз, например, поднимите руки, у кого такое было, да?
Поднимите руки, у кого такое было, что ты уже 5 лет учишь татарский, не можешь выучить. Значит, поднимите руки, это кулагазнакутерегас. Но это опять будет в конце предложения. Вначале говорим «кымнэн шулай булгана бар кулагазнакутерегас». Хорошо. «Кымнэн...» Давай еще раз. «Кымнэн шулай...» «Кымнэн у кого шулай булгана...» Так, ну, как бы такое было. «Бор». Слово «бор». Куларагазна кутерегас. Поднимите руки. Да. Куларагазна. Или кулагазна кутерегас. То есть не две же руки нужны. Можно одну. Да, можно одну. Так. Часто говорят, еще они там, например, на фантазию шутки там. Представьте. Представьте, это кус алдагызга китерегас. Представлять кус алдына китерге. Получается, дословно, кус это глаз. Перед глазом. Поставь китер. Да. Ну, в принципе, логично, да. Да. Принесите, приведите. Угу. Перед глазами. Перед глазами, да. Хорошо. И, например, такая фраза. Хатрлисизме. Помните ли вы? Да. Вы помните, что там в таком-то году такое-то было? Например? Я же правильно понимаю, вот это «мэ» в конце, это «ли», да? Или это вопросительный? Это вопросительное окончание. Оно тоже добавляется ко всем словам, если у вас предложение вопросительное, но нету вопросительного слова. Угу. Типа вот кто, что, куда, когда. Если это слово отсутствует, мы эти слова называем вопросительными местоимениями. Сроу алмашлаклары, кому интересно. И поэтому здесь недостаточно сказать, вы помните, хатрлисис. То есть интонация только вам не поможет. Тут нужно обязательно добавить еще окончание. Хатрлисизме. Айнурма. Подкастма. Татаршама. Экиетме. Например, да? Okay. Это сказка. Вот примерно так. И, наконец, в конце вашего выступления, да, в конце, кстати, по-татарски будет «озакта». «Озак» — это конец. Что мы говорим? Наверное, прощаемся красиво, да? Давай еще раз. Озакта. Озакта, да. Угу. Озак – это конец. Угу. Хорошо. Наверное, кто-то скажет сейчас. Как? А как же охрда? Вот охрда тоже можно. Охрда, да. Я буду чаще это слово охрда. Озак, охр – это конец. Угу. Вот. Что говорят? У меня все. На этом все. Спасибо. А я рахмет. Да? Спасибо. Или у меня все. Элегешул – рахмет. Элегешул – вот здесь переводится, наверное… Пока это. Пока вот это все. Ну, то типа, есть... пока на этом все. Да, пока на этом все. Но мы встретимся, будто подразумевает. Эйе, элегешул, рахмет, соблагос, хайрли кишлер и там дальше по списку. Пожелания какие-то, счастье, бахаттешатлакта и так далее. Вот примерно, мне кажется, так, но возможно... Сейчас интересно, что в твоем представлении татарские стендаперы, они выходят и... Очень мало шутят, видимо, и в конце половины выступления что-то желают. Я поэтому хотела как раз добавить то, что, возможно, у татарского стендапа появятся какие-то свои нормы, какая-то своя культура, свои традиции. Вот. Да, они 2 минуты говорят шутки и 3 минуты говорят «Бяхэтле булагас», «Сэмсо булагас», «Кушлянэши ляшэлэр», и начинают дарить там вода. «Щэйщэбэс». Да, да, да. И всем хорошо. «Щэп». Угу. Ну, я так понял, у нас на этом все. Да. Это значит «элегэшу». Элегэшу, рахмет, да. Но на этом пока все. Другие более подробные материалы можно найти на сайте нашего проекта AD Online. А также на наших площадках во всех социальных сетях. TikTok, Telegram, ВКонтакте, Instagram. AD Online. Забивайте в поиск, ищите нас, подписывайтесь и учите татарский вместе с нами. Это был AD Podcast, его ведущие Эльза. Хам Айнур. Сау булагас. Рахмет, сау булагас. Элегэшулай. Я Олега Шул. Эйда подкаст. Учим татарский.